现在看这个车特别顺眼，炫进口的。他们在说韩国车不行，特别差。他们说什么我就给你们翻译而已，我没有黑任何牌子的车啊。刚看完了几百年的二手车，现在二手车门口有一个中国 4S 店，牌子嘛就是长城，感觉真的是两个世界了。你们都给我推荐的迈坦克300，其实在这里都有的。为什么我们当初不在这边买啊？因为这边有 4S 店，这边可能比中国直接银监要便宜啊。Ваня, новые машины, видишь, увидел, сразу с того базара ушел. Что там смотреть на эти машины? Вот, машина новая. А там раритет, который нам душу греет, да. Воспоминания. 你爸爸开始看这个哈佛，这是什么大狗是吧？这个是大狗俄语怎么说来着？Большая собака. Дарго. Дарго. 对。А, это Сычу, да, ребят? Красивый машины, цвет такой красивый, мне нравится. Хафу H6, 好像是长城里面卖的特别好的一款车. Да, они тоже про вот эту машину говорили, папа. Это чудо машина. Это H6, которая... Пойдем там посмотреть, тут жарко. 我们现在进 4S 店。我不干 4S 就进了 4S 店，对。你知道是谁？我的 classic。我方水晶正在被攻击。你怎么倒着来倒着？八年。Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела ваши? Хорошо. Всем просто. А? Фамилия. 全体进攻下路。Родители города. Это в Личе же, по центральному улице, для газмагазина. Мы пришли машину посмотреть, мы только приехали, это из Китая, вот.Посмотрели китайские рынки. Они популярны, да, там? Да. Вот эти танки особо, да? Танки, да, вот особо. Да, у нас тоже много покупают. Да. И вот они говорили, что у туристов самые популярные машины. Ну да. Там, они все говорят, танк 300, еще танк 500, да, есть? Ну, в августе вот 500 танки. Угу. Вообще покупают? Кредит, да? Ну, кредит. То есть... 20 долларов. Чего не май зала? А, на бен не май зала. Это же плохо, если вы не поймали. Да. 说明还是比较抢手的，这个是什么型号啊 ？Jordan。Да. Производство в Казахстане. Они хотят в Казахстане производить? Да, они начали этот завод в Алматы строить. Пока все сделаны в Китае. Да, это пока с Китая, да, привезли. Но китайское производство лучше, чем казахстанское, да? А они хотят в 2025 году запустить завод, да, по производству этих овалов. Самая популярная какая модель у нас? Ну, Dargo.Ну, опять же. 就是最受欢迎的还是 H6 和那个 Dargo。你看，我到中国的 4S 店去，经常遇到我女同学；你在这边经常遇到你男同学。真的是你男同学吗？真的。大概再跟我们说了，这个中国车比韩国为什么这么就是好很多？因为中国车不容易修，韩国车在这里到这里就直接就修了。这车里它还是感觉都是中文和英语啊。对，你发现了没？我们这边 4S 店的车比中国的干净很多，因为他们没事的去擦，没事的去擦啊。不管是二手市场，你们刚才看到了，新的是真的，他在这一直擦，一直擦。你看这边都没有那个手纹什么的。对对，豪华感很强啊，这边。对，你看我们这边是坦克300，30万起，在中国是20万起，反正比。国内是贵的，但是这个对的呀，因为是它是进口的，对不对？而且刚才你同学也说了，中国车的就是在中国制造的中国车质量要高于在国外造的。对呀，2025年，长城好像要在哈萨克斯坦搞自己的工厂。我同学不知道我们在中国已经买了一辆车，所以他让我们抓紧时间买这个中国进口的车，不然马上要变成国产了。这话听得不太对呢。哪里不对？国产的哈萨克斯坦国产的中国车啊，对呀，就是像那个华晨宝马、北京奔驰。我现在看这个车特别顺眼，炫进口的，豪华感啊，就是啊，已经被买掉了，看了。4S店可以贷款，二手市场不能贷款。哦，所以很多人就选择到这边来买更贵的中国车去贷款。对的。你爸爸好像很喜欢。我当然很喜欢呀。你看他的眼神，发光了，就是。
他们怎么还在聊啊？他们还在聊。我爸爸特别喜欢汽车嘛，我爸爸还不知道我们那辆车要送给他。我昨天看到我妈妈就是已经开始取钱，就是开始那个数钱，在着急嘛，万一不够啊什么的。我给妈妈说够的，她说你怎么知道够啊？我们还没有那个清关呀啥的。我说你不要着急呀、啊。感觉这个同学很有信仰，对中国车很推荐。我们这边多喜欢中国车呀！你卖中国车，说明你特别有钱。啊，我看到少不是因为，就是你们不喜欢，是因为。我们邻居买的也是陈诚嘛，他是谁呀、啊？他是牙科医生，医生这个职业是最赚钱的，又是牙医啊。Много время прям зациклились, мы хотели купить этот Hyundai старый, а потом нам сказали, ни в коем случае не думайте. И он говорит, ну там поднимешь, она тут месяц такая кривая. Ну, товарищи, там поехали, очень слабый металл. На чем... Там, знаешь, что ханго-чо не сим. Это特别差. 他们说什么我就给你们翻译而已，我没有黑任何牌子的车啊。我们这边是单纯对韩国车的印象不好啊，但是现在韩国进口的汽车也蛮多的，特别是你们这边朝鲜族的人很爱买韩国车。对呀、啊，可能跟民族有关系的。但是我们俄罗斯族怎么不买俄罗斯的那个拉达？哎，我弟弟买了，好，兰博基尼他的车。兰博基尼，对呀、啊。Здесь есть сообща? Часть семьи, нет проблемы? Под заказ есть. Любые китайские машины? 我同学说可以试驾，我爸爸说我还是等我的车。选都选了。对呀、啊。Это 23-го года? Все 23-го. Какая красавица, а? Что, Ваня, поехали? Куда поедем? 这边四 S 店的装修比我们国内去的好很多，绝对是进口车的感觉啊！对，你们看看这个谈业务的地方，太高端了呀！这个是全尺寸的吗？对，爸爸激动死了，迫不及待。看到真车以后激动坏了。我觉得我中国车还是感觉帅。Это я с ним на первой парте сидела впереди у бабушки. 青梅竹马的男同学。对呀、啊。Вань, вот он сейчас я с ним разговаривала, он сказал, что покупая Toyota, Lexus или другие какие-то вот эти вот машины, мы просто переплачиваем за бренд. За бренд. Что сейчас китайские машины, они номер один. Они очень хорошие. И что скоро вот они года через два, они полностью завоюют рынок весь. Заберут. Казахстана. Сейчас уже люди понимают, лучше купить новую китайскую машину, чем какую-то поддержанную. Да. В Китае я всегда знал, сыщущие за车, это же тинкоды, да? Это же чукоды. 然后我同学刚才说了，其实本地人就是想买前驱，因为前驱首先比较便宜，对吧？而且可以省点油，而且他们也是贷款，对不对？也可以省点钱。啊、并不是像网上说的一定要四驱。对。Он работал в Астане, в Алмате, в автосалонах. И он говорит, что эти корейские машины сейчас уже вообще спросом не пользуются. Что сейчас уже люди поняли, что китайские машины хорошего качества. И люди предпочитают их. Говорит, что в Астане в месяц уходило где-то по 120 машин. А у нас в месяц уходит где-то... От 15 до 20 машин. Ну, у нас маленький город. Потому что очень маленький город, да. А у вас жилье сколько? В центре трехкомнатная квартира будет стоить как две такие машины. А, 市中心的房子就这两辆车。知道吧？很贵的。